историю как-то решать вопрос, чтобы мне заменили полностью стояк, чтобы я не переживала, что у меня действительно идет, ну, как бы, прорыв вот этой вот воды, и он будет еще повториться. На что ответ с управляющей компанией, главного инженера: а у меня некому работать. Ламинат вздулся, мебель вздулась, предметы мебели тоже, то есть, разбухли. Когда человек заходил, обои сырые, значит, конденсат прямо с потолка падал, ну, то есть капал.